Всем привет, я Юлия Андреева. Я расскажу о погоде на пятницу, 7 мая. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Виват тем, кто был под Москвой и под Курском, кто насмерть стоял в Сталинграде и в Бресте. Виват победителям армии русской, всем выжившим, павшим и неизвестным. Малооблачная погода в пятницу сохранится только на севере области, в Лузе плюс 15, а вот в Котельниче уже плюс 8, пасмурно и дождливо. В остальных районах также пасмурно, не без дождей, но в Уржуме, например, теплее, здесь до плюс 16. В Кирове в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь и также тепло, плюс 14, плюс 16 днем, ночью плюс 3, плюс 6. Ветер подует юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Влажность воздуха составит 52%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле будет спокойным. К пятнице световой день станет длиннее всего на 4 минуты и продлится 16 часов 13 минут. Луна все еще убывает. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу, 7 мая. Пока.